Спецподразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии, полиции и ВСУ продолжают совместные маневры на полигонах Одесской области. Силовики отрабатывают противодействие террористам и диверсантам. Главными элементами дневных и ночных учений были беспарашютные десантирования, спуски с вертолета с помощью бортового оборудования, эвакуация подразделений после выполнения боевых задач. Напомню, что антитеррористические учения в Одессе прошли с 20 по 23 апреля, но, как видим, из-за напряженности на российско-украинской границе маневры продолжаются.